Максата Усенова, виновного в ДТП, в котором один человек погиб и еще 5 пострадали, на днях не могли найти ни журналисты, ни судоисполнители. Его не было по адресу прописки, а телефоны были отключены. Уже сегодня стало известно его местонахождение. Он лежит в частной клинике на обследовании. Это ДТП вызвало общественный резонанс. В соцсетях даже был инициирован сбор подписей под интернет-петицией с призывом о пересмотре дела. Автор заявления, некий Ержан, призвал власти наказать мистера X6. Данный документ хоть и не имеет юридической силы, однако под ним уже подписались более 20 тысяч человек. Напомню, прокуратура Алматы опротестовала решение районного суда о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Ведь он не просто совершил смертельное ДТП, но и скрылся с места трагедии, не оказав пострадавшим никакой помощи. Позже представители Усенова заявили о примирении сторон, и суд на основании постановления следователя о прекращении уголовного дела вынес решение о штрафе. В этой связи в протесте нами поставлен вопрос об изменении назначенной меры наказания до 45 суток ареста с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года. Ранее Усенов был лишен права управления транспортными средствами, это было в феврале 2013 года, за вождение в нетрезвом состоянии. Уголовное дело уже закрыто, однако завтра состоится его пересмотр. И сможет ли присутствовать на слушании Максат Усенов, пока неизвестно. Тахмина Молдыбекова, Альфара Бегусенцов, Дидар Исаев, телеканал «Алматы».